Привет, дорогие друзья! На обзоре автомобиль Чанган UNI-K в супер-гипер максимальной комплектации, но в России официально только она и продается. Колеса R21, лазерные фары спереди и сзади, Illuminate the Future, или светодиодные фары. Данный автомобиль в цвете серый металлик, это фирменный цвет. Панорамная крыша гигантских размеров, выдвижные ручки. Переднее сиденье с электроприводами и с электронными песничными подпорами, кожаный салон, панорама гигантская, музыка Sony, аудиосистема с кучей динамиков. Посмотрите, вот здесь такие интересные динамики в подголовниках водителя. Режимы вождения, эко, норм и спорт. Три дисплея, посмотрите, таких огроменных, скошенный руль. В автомобиле очень много места, очень просторный. Смотрите. В сравнении с Exidom RX, да, здесь место побольше в ширину и высоту. А более здесь такой спортивный дизайн, как внешне, так и по салону. Но RX лично, вот по моим субъективному мнению, да, он по салону все-таки чуть более люксовые материалы. У RX, по моим впечатлениям, чуть больше багажник. Четырехствольный выхлоп, и, кстати говоря, трубы, вот выхлоп настоящий. Парктроника перед зад, камера кругового обзора, 21 колеса, Continental с завода. Задний ряд, просто посмотрите, какой просторный, да? С ключевой доступ, там, понятное дело. Опций очень много. Память переднего сиденья водительского. Вот. Круиз-контроль. Вот фишка, это электронное зеркало заднего вида, вот посмотрите. Так, что-то не хочет включаться. А, вот.